Приветствую вас, с вами Иван. Сегодня я вас хочу познакомить с очень интересной компанией Infini iCommerce. Это очень уникальная компания, которая, наверное, очень многим понравится в ближайшее время. Только по одной причине, что данная компания дает возможность абсолютно любому человеку заработать ежемесячно ту или иную сумму средств, на которые претендует тот или иной партнер. Здесь абсолютно не зависите от приглашения, осуществляя продажи как на Амазоне, так и на eBay, вы получаете ежедневно свой стабильный доход. Конечно, все зависит от лично ваших усилий для того, чтобы осуществлять данные продажи. То есть ваш доход может составлять от 5 долларов и выше, то есть это не предел. Можете иметь доход от одной продажи 10, 15, 20 долларов и выше. Я сегодня вам покажу, как это на самом деле происходит. И данный инструмент позволяет абсолютно любому человеку освоить его и начать зарабатывать свой пассивный доход без приглашения. Ну а, конечно, те, кто хочет строить, обучать людей, как это делать правильно, как зарабатывать очень интересные ежедневно средства. И очень много интересных таких фишек, как кэшбэк от продаж и так далее. То есть все это в будущем я вам расскажу, более детально покажу, как это осуществляется. У нас здесь на данной платформе есть очень много продуктов, которые мы можем посмотреть, предоставляется для продажи как на eBay, так и на Amazon. То есть вам нет необходимости данный товар где-то закупать, где-то складировать. То есть мы выставляем товары на eBay и на Amazon без наличия где-либо у нас их держать для того, чтобы потом отправлять и продавать. То есть это нереально. А здесь абсолютно нет необходимости складировать товар, отправлять на почту и так далее. То есть ходить куда-то за нас все это будут делать те дистрибьюторы, где берется этот товар. То есть все подробности более детально, как все это осуществить, это уже в следующем видео или при встрече можно рассказать и показать. Как видите, предлагаются разные абсолютно продукты, и данные продукты они вот зарезервированы и осуществляются продажами тем или иным участникам. То есть здесь показывает, что было 6 с данного товара, его себестоимость 11 долларов. Ну и розничная продажа 24,99. eBay или Amazon берет дополнительные свои комиссии от продажи, в среднем где-то около 15%, и ваш чистый доход составляет около 5 долларов. Ну и также по другим продуктам. Стоит 3, розничная цена 8,77, их процент от продажи и ваш доход 1,71. Таких товаров очень много, абсолютно от 1 доллара и выше. Вот здесь стоимость 17, розничная почти 30 долларов, берут их комиссионные за продажу, ваш чистый доход 5,68. Так абсолютно о любом продукте. Стоит 12, розничная 21, комиссионные 6 долларов, ваш чистый доход почти 4 доллара. Здесь почти 3 доллара. Итак, мы можем видеть здесь 3 доллара, 8 долларов чистый доход. Доход 26 долларов, то есть цена данного продукта 93, есть в наличии 25, его розничная 149, комиссионный 30,43, и ваш чистый доход 26. Вот представьте себе, если вы продадите хотя бы 5-6 единиц в день и получите около плюс-минус 100 с лишним долларов ежедневно чистого дохода. То есть при таком примере у вас будет, если осуществить плюс-минус 5-6 продаж. Давайте возьмем 5 умножить на 26, 56. Чистый ваш доход составит 132 доллара. Представьте себе, если это вы сделаете за каждый день по 5 продаж. То есть у вас чистый доход может составить около 3-4 тысяч долларов, продавая данный продукт. То есть вы абсолютно никого не приглашаете. Главный момент – это научиться правильно все это делать и зарабатывать эти средства. И вот количество продуктов очень много. 12 долларов на данный продукт, 7 долларов, 4,5,
почти 4 доллара, 4 доллара, 6 долларов. Вот у нас на платформе более 600 тысяч продуктов, которые вы сможете выбирать и продавать как на Амазоне, так и на eBay. То есть здесь все зависит от вашего пакета и от количества продуктов, которые вы можете продавать на том или ином пакете. А сейчас я вам покажу, как реально это происходит. Вот на данный сегодняшний день у нас есть 12 продаж, которые были сегодня. Вам было более подробно понятно. То есть, как вы видите, 15 декабря, 4 часа по нашему времени, в Соединенных Штатах немножко по-другому, тоже 15. И можно посмотреть, какие товары я продал сегодня. То есть вот мы можем видеть полностью все данные данного продукта. И данный продукт я продал сегодня за 109,98. Я копирую номер продукта и пойду в таблицу для того, чтобы вам показать наличие данного продукта, чтобы было более понятно. Сейчас он отобразится. Так. Извиняюсь. Тут надо пробел убрать. И тогда вот. Так, вот у нас продукт высветился. А его себестоимость 64,87. Доставка 0. Общие с платы налогу 70 долларов 71. А минимальная цена и максимальная как раз вот стоит. Я его продал за 109,98. То есть чистые за вычетом тех средств, которые у нас был, как вот я показывал. То есть на каждый продукт Amazon или eBay берет комиссионные. То, соответственно, у нас здесь вот эти комиссионные вычитываются. Чистый доход 20 долларов 77 центов я заработал. То есть вот таким образом получается. Я вот могу показать. То есть это данный товар. Давайте расширим. И вот его продажа 109,98. И вот его цена 64,87. И вот также видите, что доставка бесплатная. Вот само название. И вот у нас здесь то же самое его название. Как видите, цена его такая. Я его продал за 109,98, доход 20,77. То есть это одна из возможностей нашей системы для того, чтобы осуществлять эти продажи как через Amazon и eBay. Ну и, конечно, используя данную возможность, вот у меня есть 6000 долларов, которые будут перечислены буквально завтра на банковский счет. То есть я сделал товарооборот за 2 недели на 7000 долларов, и Amazon взял его комиссионные 1084 доллара. То есть мне чистые получил 6144, но здесь еще дополнительные комиссионные есть по Amazon. У меня чистый на вывод будет 5981. Вот данная сумма будет перечислена 16 декабря. Сегодня, как вы видите, 2 часа ночи. Часа ночи 20. Так что сегодня после обеда получил уведомление о выводе данных средств. Таким образом, получается, есть возможность зарабатывать средства как на Амазоне, так и на eBay без приглашений и получать свой пассивный доход от продажи тех или иных товаров. Потому что рынок Amazon очень большой. Если сравнивать данную возможность осуществлять продажи как на Amazon, так и на eBay, очень большая, потому что в Соединенных Штатах ежемесячно уникальных посетителей на Амазоне составляет больше 360 миллионов пользователей. А месячный поиск товара составляет больше 1,5 миллиарда запросов поиска на тот или иной товар. То есть вы можете представить, если вы из этих 1,5 миллиарда хотя бы живете свой кусочек для того, чтобы заработать свои 20, 50 или 100 долларов ежедневно, используя наш инструмент.
Ну и также я не говорю о тех возможностях, которые есть по нашей маркетинговой системе в данной компании. Это отдельная тема для тех, кто хочет строить команду, обучать людей, как правильно осуществлять продажи в Амазоне и двигаться с данной возможностью, потому что на сегодняшний день, мне кажется, это самая уникальная вещь, которая существует вообще в интернете. Если у вас есть какие-то вопросы, добавляйте Skype, я вам все подробнее расскажу и покажу, как правильно все это делать на собственном примере. С вами был Иван. Всем пока, удачи!